Друзья, приветик! Смотрите сегодня, что я готовлю. Это форелька. Очень классные кусочки красной рыбки. Но уже почти готово. Вот. Готовлю в кароварке. Такие вот 4 кусочка. И к рыбке приготовила рис. У нас еще пюре осталось вчера. А так вот рис. Ну, рис такой обычный, потому что линозерного не было. Так что рис обычный. Вот такой у меня сегодня ужин. И у меня тут еще лимончик, я уже его отрезала. И я еще вот так вот сбрызну лимончиком. Мне так очень нравится. Так вот. Все, вот такая вкусняшка у меня сегодня. Ну, не только у меня, у всех. Но Даня пока еще не ел. В общем, я первая просто начинаю это кушать. Все остальные будут позже, потому что они либо отдыхают, либо Сережа уже поел другое, пока я готовила, и он чуть позже будет есть. Всем привет, друзья! Я тут не снимала где-то неделю, мы все болеем, наверное, слышно по моему голосу. Вот, уже Танька принес еще четверг прошлой недели что-то из школы, какую-то заразу. Вот, и сел на больничный. А сейчас у нас уже четверг следующей недели, и вот мы все болеем. Маша лучше всего, бабушка тоже. Да, Даня была высокая температура, у нас Сережа температуры не было, но кашель нас подкашивал. Ладно, включаюсь опять. Движем к съемке. Вот сейчас я готовлю, значит, жарю картошку. Эти дни мы тоже были дома, готовили, в общем, ничего, лечились. Здесь у меня говядина отваривается. И я приготовила уже брокколи и цветную капусту. Все, в общем, готовлю ужин. На улице у нас очень сильно похолодало, видите, уже 8-9 градусов тепла, но дали отопление почти сразу, как похолодало, поэтому мы не мерзнем, как бы у нас тепло. Пока готовлю, вот пью кофе, в общем, последние дни, конечно, самочувствие у нас отвратительное, вот так приготовишь поесть, уроки сделаешь по-быстрому, и лежишь, не знаю, что это такое, кашель, один насморк, вот какое-то самочувствие, все воспалено. 12 человек у Дани в группе болеют, так что вот такие вот дела. Вот сегодня захотелось жареной картошечки, вчера я готовила, так что вчера, позавчера я готовила вареную картошку, вернее на пару в пароварке с курицей. Достала пароварку, сейчас покажу. Вот, достала пароварку и готовила на ней. Значит, ну просто потому, что у плиты стоять не хотелось, самочувствие плохое. И достала ее, выставил на таймер и все. Ушел дальше отдыхать. В общем, мне я готовила на пару курицу, овощи, морковку, картошку. Все, все готовила на пару. До этого рыбу сделала на пару, все на пару. Ну, а сегодня самочувствие чуть-чуть получше, и поэтому уже дети хотят вот картошечки, и я стою у плиты и готовлю сама, наверное, веду не быстрый вариант, что там на пару куда-то закинуть, а готовлю, стою, потому что, конечно, жареную картошку так не приготовишь. То есть положил ее и ушел. А вот я ем что. Знаете, что это такое, друзья? Друзья, товарищи. Дамы и господа. Ну, это зависит от того, как ты снимаешь. Это лаваш. Видишь? Да, ведь? Да, лаваш. Вкусно. А это такая... А это, короче, картошку сейчас будут добавлять. Угу. Так, Даня уроки там делает. А то вообще последние дни, я говорю, плохо себя чувствую. Не уроки, ничего. Но Маша, правда, занимается. Но у нее, слава богу, занятия онлайн. А то если бы ездить надо было, то тоже как-то не очень, да, Сереж? Вообще капец. Угу. А чувствуете, как у меня голос девушки? Да вообще капец. Да, голос тел у нас у всех. В общем, у нас еще Сережа температуры, блин, не было. А у Даньки 38,4, но правда недолго. Угу. Бабушка там 37. Вот так вот, любите лаваша. Так вот, ломать его. Кстати, как хорошо, да, что есть самокат, скажи.
Вот болеешь, заказал все, не надо по магазинам шляться. Ну, смотри, что, кстати, все равно приходится гулять, да и бабушка там ходит. Слушай, а давай этот, самокат не может с собакой погулять? Да я закажу такую услугу. Прогулка собаки. Выгул собаки, а? Классная идея. По тебе говорят. Выгул собаки. Что гладит? Сегодня у нас четверг, завтра пятница. Не знаю, как будем чувствовать себя. Поедем на дачу, не поедем. На улице показывают, что у нас похолодало. Но дома там должно быть тепло. Не смотря сколько градусов? 22. Хотя мы оставляли на 21. Так, ладно, лук сейчас я бросаю. Давай, бросай. Пошла жара. Вот пучком вкусняшка. Угу. Вот Машуня к нам подошла. Что, чай будешь пить сейчас, Маша? Да, с лимоном. Сегодня она занималась, а завтра у тебя что? Я завтра и еду. Вот завтра все, уже надо Маше ехать, получается. А как себя чувствуешь? Нормально. Вот Маша более-менее ничего чего показать. Я только сопли. Я тоже покажу, смотри. Что там? Сейчас. Опять ТикТок, а нет, Инстаграм? Зато был такой кайф! Вы не представляете, цените жизнь, если вы куда-то едете. Это огонек какой-то был. Боже, лично мои ноги лёд. Цените жизнь. Чего он такой смешной? Цените жизнь. Ребенок? Да. С девчонками он был. Просто ей по 60 лет говорит. Че, девчонка по 50 лет? Да, ты не видела, нет? Нет. Всем здорово, друзья, с вами Олен Бог. И только что я поплескался в водичке с девчонками. Они очень крутые, были по ДНП 60 лет. Очень крутые по 60 лет, класс вообще. Ну что, да? Да. А это ты видел, да? Смотри. Замолчал. Короче, Сереж там смотрит Инстаграм и ТикТоки, все ясно. Маша сейчас, наверное, сериальчик будет смотреть, да? Не, я музыку слушаю. А музыку слушаю? У меня сейчас корейский. А, ну, ну это дистанционно. Ну да, вечером. Это уже не первый урок. Тоже. А вам задают что-то? Ну да, я вот вчера отправляла домашку. А то есть домашнюю работу вы отправляете, да, и там будут проверять или что? Да. Слоги. Ну, гласная, гласная, согласная. Угу. Понятно. Вот это отправляла ей. А вам оценку будут ставить? Оценки вообще? Ну, нам ставят баллы. За каждое задание, там, выполненное балл, невыполненное 0 баллов. Вот. Понятно. Еще у нас, она сказала, будет 2 сочинения. Дай секундочку, сейчас я сделаю. Потом. За этот семестр 2 сочинения будет каких-то. Угу. Вот. Это надо будет писать, да? Да. Ну, дома. Так как у нас дистанционно, то никаких работ не будет. Ну, как дистанционно, потому что это нечестно. Кто-то может списывать, еще что-то. Ну, понятно. Вообще же, Маша говорила, что вообще все очно всегда проходило. Но из-за вот этой ситуации с этим вирусом сейчас делается как бы дистанционно, и поэтому такие правила. А так бы все это проходило бы там, не надо было ездить бы в этот культурный центр при посольстве, в общем. Там проходит или где-то в другом месте? В культурном центре? Да. Нет. А где он находится? На Арбате. А, ну вот куда вы ездили? На Арбате. Ну вот, так что пришлось бы туда ездить. Ну, кстати, на следующий год, может, уже снимут, и даже, может, следующее полугодие. Мы же не знаем, как ситуация будет. В общем, за 4 года, наверное, уж точно снимут. И поедешь туда, будешь ездить, да? Я не знаю, совсем с того, как будет с коронавирусом. Ну ж я надеюсь, мне уже вообще все надоело. Пока что ничего не меняется вон из года в год. Мне кажется, я вуз окончу, а все так и будет вот это вот. Лекция дистанционно, практика очная. Угу. Так, вот. Вот картошечка у меня. Уже почти приготовилась. Ты окрутила? Всем привет. Вы вышли прямой эфир, ребята. Вот дынька, которую мы купали на
мой день рождения. Мы ее там не съели, домой привезли. Я ее разрезал, помыл. А что такое случилось? Вот. Сейчас будем тыкать в нее. Тут видите, края зелененькие. Всего один край зеленый не ткнул. Только сейчас выберу. Так. Это источно манго. Тише. Какая манго? Дыня нужна нам. Ой, да, дыня. Дыня мускатная. А вон она, дыня выше. Дыня мускатная. Нет, у нас просто дыня, да? Угу. Так, калибровка. Я сейчас сюда зеленый, вот этот зеленый ставлю сюда вот. Снимаешь, нет? Угу. Запускаем. Ждем. 17. Норма до 90. Прикинь, короче. Давай, налетай, короче. Можно есть. Хорошая дынька. Отличная. Жень, ты не хорошая, вылезай. Из комнаты своей. Будем есть дыню.